Добро пожаловать. Добрый вечер. Сейчас подорожал резко Ripple, криптовалюта Ripple. Был пару часов назад был 93-94 центов. Сейчас уже доллар и 2, доллар и 5 центов даже был. Конечно, подорожание бывает с причиной, бывает без причины. Поэтому быть внимательным. Больше всего сейчас подорожание в такие рынок. А именно в криптовалюта, не как ценных бумаг и такие биржи. А это подорожание бывает без причины. И падает цена без причины, подорожание без причины. Поэтому, дорогие друзья, быть осторожно. И не надо надеяться, что будет очень много, не ждать, когда будет очень много. Это просто будет, конечно, много будет не согласны со мной, но если у вас, например, есть 1000 Ripple, а вдруг сейчас он упал, снова будет 30-40 центов. Пример. Вы будете сильно жалеть, чтобы они не продали ничего. А если подорожает 2-3 доллара, пример, будете сильно пожалеть, почему вы продали сейчас. Поэтому лучше продать немножко, оставлять немножко для будущего. Потому что если подорожает, есть что-то может продать в будущем. А если подешевеет, будете, слава Богу, что мы уже продали что-нибудь. Понимаете, дорогие друзья? Вы видите сейчас изменения. Сейчас сегодня 8 апреля, 11 ночи, 11.49. Поэтому я хочу сказать, быть осторожно, внимательно, проверите. Вы можете даже, если подорожает, будет доллар, полтора доллара, пример, доллар и 50 центов. Вы можете, он не будет не всегда, как будет никогда бывает в бирже такое подорожание постоянное и не падение. Будет 50 доллар и 50 центов, потом уменьшается, будет доллар и 40 центов. Вы можете снова купить, когда будет доллар даже 40 центов, и ждать, когда будет доллар и 50 центов, продать, после когда будет подорожание немножко. Не надо ждать так надолго, потому что будете жалеть, если будет что-то неприятность будет в будущем. Потому что здесь нету гарантии в такую криптовалюту сейчас. Мы не знаем, это просто непонятный рынок до сих пор, нету гарантий для ничего в этот рынок. Поэтому быть внимательно, я даю совет, конечно, это ваш, такой ваш решение, не моя, но я сделал, я пример, продал немножко, оставляю немножко, чтобы не жалеть в будущем просто. Быть внимательно, и Бог благословит вас все, и осторожно. Всегда быть осторожно, быть внимательно, посмотреть несколько раз в день, чтобы узнать, когда можно продать быстро или купить быстро. Окей? До свидания. Это был Ripple сегодня. Дай Бог, что все криптовалюты подорожают сильно и будет для нас выгодно все. Благословит вас Господь все. Спокойной ночи.